Всем добрый день! Предлагаю снова совершить маленькое путешествие, как бы это сказать на небо, это как-то слишком громко. Давайте посмотрим, что происходит у нас на Олимпе. Так, поскольку Солнце у нас в знаке Дева, Деве сегодня новолуние, вчера было сегодня первый лунный день, то есть Девы сейчас полны сил, полны намерений двигаться дальше. Меркурий буквально сегодня делает разворот, ну с планетами такое бывает, вот они двигаются, разворачиваются и идут в другую сторону. Видимо, Меркурию Деве понравилось. Дева достаточно хороший знак для Меркурия, поэтому у Дев сейчас будет возврат каких-то старых. Ну вот вчера вы не смогли справиться с какой-то деятельностью, сегодня у вас будет возможность вернуться и все доделать. То есть некое ретроградное движение, возврат к прошлому, доделка чего-то недоделанного. Весы. К весам Луна перейдет буквально послезавтра. Это внесет такую достаточную бодрость в жизнь весов. Единственное, рекомендую 5 числа весам быть очень терпимыми к ближними. Потому что Луна тут такой аспектик сделает не очень хорошенький, вот, как сказать, напряженный. Вот оппозиция будет Луны с Ураном. То есть весы будут немножко такие вот взрывоопасные, если можно так сказать. А дальше будет более-менее. Новолуние, скорее всего, очень освежительно было для знаков Скорпион. Скорпионы начали думать, смотреть в сторону каких-то новых проектов, нового движения. Если они затеяли новую тему, все у них получится, все будет хорошо. Именно благоприятно что-то новое, что-то интересное. Стрелец. Стрельцам вчерашнее новолуние далось, скорее всего, напряженным. Но это было напряжение, которое, знаете, как дает мощный толчок, мощное движение вперед. Как порыв ветра, который уносит ваш парусник более быстро к тем целям, которые вы поставили. Козерог. Очень хорошее время для Козерога в силу вот этого аспектика Плутона. Это решать вопросы, связанные с недвижимостью. Можно новый дом построить, можете хоть два дома построить. Можете какие-то финансовые проекты планировать. Единственное, хочу предупредить всех козерогов, в вашем знаке сейчас Плутон находится. Плутон — это такая не детская планета, такая очень серьезная планета. То есть она дает очень много силы, очень много энергии. Поэтому козерогам нужно быть сейчас аккуратным, как никому. Водолеи. Венера, как я уже в прошлую неделю говорил, вошла в весы, и водолеям будет фартить относительно материальных благ, относительно переговоров. Если вы еще не вышли замуж, не женились, Бога ради, вот у вас еще есть для этого где-то добрые недели три. Сейчас, буквально послезавтра, Луна входит в весы, и это для водолеев очень благоприятно. Какие-то позитивненькие эмоции, кто-то вас пригласит покушать вкусное мороженое, какие-то цветочки. В общем, сюси-пуси, романтика и все такое вас ожидает. Рыбы. Да, если вы пережили полное новолуние, которое было вчера, то будете жить долго и счастливо. Овен. Овнам все по-прежнему хорошо, и хорошо будет ближайшие 2 года, полтора точно, пока Сатурн идет по знаку Стрелец. Но 3, 4, 5 Луна будет в оппозиции, и Овны будут как немножко вот такие наэлектризованные. Они будут током биться. То есть, если у вас знакомые Овны, ну, старайтесь им ничего поперек не говорить, а то это будет не очень полезно для вас, для ваших же нервных клеток. Телец. Тельцы, так же, как и козероги, надеюсь, вчера загадали очень такое серьезное, такие основополагающие желания. Вот там решили построить новый дом, что-то такое. Если они этого не сделали, у вас еще пока первый лунный день, есть для этого время. И главное, нужно, если вы хотите построить дом, пойдите купите себе кирпич. То есть сделайте какое-то действие, которое ритуально будет называться началом. Близнецы. Когда речь доходит до близнецов и рыб, я не знаю, что и говорить.
Потому что говорить плохо я не привык как-то, а хорошо я не знаю, что сказать хорошего. Хорошо, единственное, что хорошо, это на фоне всего, тем не менее, в знак Весы вошла Венера, а это воздушный знак, это хорошо для близнецов, поскольку он тоже воздушный знак. То есть, несмотря ни на что, будут как-то решаться партнерские взаимоотношения. То есть, если вы сейчас, вам сложно решить какой-то вопрос, а вам будет сейчас действительно сложно его решить, опирайтесь на каких-то партнеров. И прежде всего, например, если вам нужен хороший юрист, Венера говорит о том, что найдите юриста женщину. Рак. Сложные знаки раки. У раков сегодня, особенно вот 5-6 число, Луна войдет в Скорпион, и на фоне Нептуна у них будут какие-то, обратите внимание на свои сны. Вам будут сниться какие-то сны, которые можно назвать вещами. То есть и вообще у вас сейчас очень обострится интуиция. Если кто-то не знает ответ на какой-то вопрос, задайте раку 6 числа, как бы случайно, и послушайте, что он ответит. То есть у них просто сейчас какие-то интуитивные озарения будут. Львы. Львам рекомендую закрыть себя дома и никуда не выходить 5-6 числа. Потому что вы будете слишком такие вот агрессивные. Но с другой стороны, иногда надо быть агрессивным, когда люди на вас сверху наседают, иногда нужно всех поразбрасывать в стороны. В общем, если у вас есть желание с кем-то конфликтовать, займитесь этим 5-6. В общем, удачного вам новолуния, первого лунного дня. Пока луна растущая, эту неделю она будет растущая. Я желаю роста всем вашим начинаниям. Поскольку это было именно в знаке Дева, то прежде всего начинанием материальным. Пусть у вас будет много денег, пусть у вас будет много материальных благ при такой-то луне. Хай вам шастыть!